Что-то мы изначально друга не поняли. Я от вас жду ответа, вы от меня ждете ответа. Ну ладно, разобрались. Нет, видите, просто написали. Ну окей, думали, опускали, опускаем. Хорошо, давайте вопросы, я отвечу на все вопросы. Вы живете, я так понимаю, в Европе где-то, да? Да. Ну, точнее, если интересно, это в Прибалтике. Какая страна? Латвия. Понял. Хорошо. Так что, ну, в принципе, я думаю, вы поняли идею, то, что у нас встречаются, которые есть люди, да. То есть вы визовый центр, да, я так понимаю? Что-что? Вы визами занимаетесь, да, или чем? Не визами, а то есть по трудоустройству людей с работы за границей. Мы просто больше работали тут с Европой, так как Англия, Германия, такие страны по трудоустройству. Ну понятно, но мы занимаемся только Америкой, у нас да, только одна страна. Просто, конечно, понятно, угу. Ну, давайте вопросы ваши, я отвечу на них. Ну, в принципе, вот и заключающие, то есть работать с вами. Ну, я могу вам отправить договор, вы можете его подписать и пришлите мне тогда ваш e-mail. Или я вам высылал договор, уже не высылал? Нет, не высылал. Ну, да, сейчас вышлю, прямо сейчас. Да, e-mail нет. Да. Присылайте, я покажу вам чек-листы по визам, по всем. Мы занимаемся и рабочими визами, и семейной миграцией, и инвестиционными программами, и политическими убежищами. То есть вся, любая иммиграция абсолютно, либо в краткосрочный приезд в Америку поработал, уехал, все это мы делаем. Хорошо? Компании 6 лет у нас, лицензии все есть, офис в Манхэттене, ну как бы работаем стабильно и продолжаем этим заниматься. Да. Но у нас пока мы в принципе без лицензии мы пока работаем, да. У нас она это в процессе. Так она вам и не нужна, если вы агенты просто. Вы же сами не трудоустраиваете, она вам и не нужна, эта лицензия. Ну, это все будет, конечно. Ну, если вы сами будете прямые контакты с работодателем иметь, тогда нужна. А если вы агенты, наши агенты, вам она не нужна. Давайте вопросы еще какие-то, так, и я отвечу. Потому что мне на работу надо ехать, я дома еще, да. Ну, там все в договоре, вы поймете, увидите, посмотрите. Давайте отработаем первого клиента, посмотрите, как мы работаем. И да. Вам будет все понятно, как бы. То есть мы работаем очень качественно. Если мы можем сделать, мы делаем. Если мы не можем сделать, мы говорим, мы не можем. Слушай, бесполезно этому человеку помочь невозможно. У нас адвокаты профессиональные. Ну, как бы посмотрите. Сами убедитесь в качестве работы. Хорошо, договорились, сбрасываю вам договора. Все, звоните все время на связи, отвечаю моментально, так что, ну, единственное, что учитывайте разницу во времени. Ну, да. Все, пока, рад знакомству, пока. Все, да, угу.